я хочу рассказать вам об одной очень классной методике, которую я использую и которую я рекомендую вам взять в привычку уже с этой недели. Так садишься, и вот это вот состояние, когда ты как-то не удовлетворен, сил мало, и когда ты спрашиваешь, ну почему, что такое, почему ты такой недовольный? Да что ты сегодня вот весь день делал, все время куда-то бежал, а результата нет. И вы должны уделить 5 минут себе. И ты прописываешь и ставишь своему мозгу те задачи, которые реально сегодня тебе нужны, ты это понимаешь. И вы увидите, что в конце дня вы будете себя чувствовать совсем по-другому, а значит, вы человек слова и дела. Доброе утро! Привет, друзья! Ну, я сегодня решила поделиться с вами очень классным советом. И пока мой чаечек заваривается, я хочу рассказать вам об одной очень классной методике, которую я использую и которую я рекомендую вам взять в привычку уже с этой недели. Итак, утро, вы проснулись, все у вас замечательно, настроение обалденное, искупались, сделали контрастный душ, пришли за стол и ждете, пока ваш чай заварится или вы сделали себе вкусный кофе. И вы должны уделить 5 минут себе. И в эти 5 минут вам необходимо написать, в чем вы сегодня должны быть молодцом, что сегодня вы точно должны сделать, ваши задачи, которые сделают этот день вот таким, каким бы вы хотели. Дело в том, что очень часто мы в конце вечера проводим какой-то анализ, ну, какие-то сознательные люди. Так садишься, и вот это вот состояние, когда ты как-то не удовлетворен, сил мало, и когда ты спрашиваешь, ну, почему, что такое, почему ты такой недовольный, задаешь этот вопрос себе или своему партнеру, то чаще всего ты говоришь, да что-то, или слышишь, да что-то сегодня вот весь день делал, все время куда-то бежал, а результата нет. Но ведь дни бывают разные, мы с вами это знаем. И иногда нужно переделать 100 дел, потому что если ты их не переделаешь, не можешь никуда пойти дальше, или не можешь заняться и приступить к серьезным делам. Либо же бывает наоборот, когда есть какие-то очень большие дела, и ты вроде бы как целый день этим делом занимался, но до конца его не можешь довести, потому что процесс длительный. И ты себя тоже чувствуешь не очень хорошо. Поэтому лучше всего, когда в начале дня ты садишься и анализируешь, какие вообще дела сегодня нужно сделать. И если тебе нужно потратить на текучку 3 часа, ты вписываешь: сегодня я буду молодец, я 3 часа уделю этой текучке и разрулю ее полностью. И ты прописываешь и ставишь своему мозгу те задачи, которые реально сегодня тебе нужны, ты это понимаешь. Даже если в контексте, если сравнивать с какими-то глобальными задачами, это просто убийство времени. Но вот знаете, иногда наши операторы снимают, и это результат. Монтируют, и это результат. А иногда они полдня сливают что-то, потом там устанавливают какие-то программы и чувствуют себя из-за этого не очень хорошо, потому что ничего не снял, ничего не смонтировал, занимался фигней. Но без такой фигни невозможно приступить к более серьезным вещам. Поэтому для того, чтобы в конце дня у вас не было вот этого чувства неудовлетворенности и как бы ощущения того, что как-то я этот день прожил не так, мы просто ставим себе те задачи, которые сегодня нам необходимо точно сделать, потому что надо, как говорит доктор, надо. Вот и у нас все точно так же. В этом случае вы увидите, что в конце дня вы будете себя чувствовать совсем по-другому, потому что теперь вы будете не просто как бы анализировать, что вы сделали, а вы выполните свои дела из того списка, который вы утром написали. А значит, вы человек слова и дела. Вы написали, вы сказали, вы сделали. Попробуйте это упражнение, и я вас уверяю, оно вам очень понравится. В течение недели помним о нем каждый день, затем оно у вас обязательно войдет в привычку, если оно действительно достойное. То, что в привычку не входит, значит, нам не надо. Ну и хорошо. А для того, чтобы не пропускать ни моих советов, ни моих мотивационных роликов, ни моих бизнес-роликов Ермилова Зажигалка, я рекомендую тебе подписаться на канал прямо сейчас, нажать на колокольчик для того, чтобы он тебе звонил и говорил: иди смотри, Ермилова тебе вбросила классный контент, а ты что за эту неделю сделал? Конечно, может быть,
тебе будет немножко стыдно, может быть, тебя это будет больше подрывать и мотивировать к действию, но однозначно мои ролики просто так в твоей жизни не пройдут, оставят полезный след. Проверено. Желаю вам замечательной недели и начинаем нашу новую жизнь с понедельника уже сегодня.